8 июня в нашем регионе сохранится дождливая погода, но синоптики обещают нам небольшое потепление. В Сарове утром плюс 10, днем воздух прогреется до 19 градусов тепла, ночью плюс 7. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде в течение дня ожидаются дожди. Утром плюс 10, днем столбики термометров поднимутся до плюс 16, ночью плюс 6. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В столице также велика вероятность осадков. Утром плюс 10, днем до 16 градусов тепла, ночью плюс 8. Ветер западный до 7 метров в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.